Добрый день, как ваши дела? Ничего не понял, я не расслышал, извините. Бежи. Рикошет. Вылезай. Прикольно, они подпрыгивают, да? Приветствую, дамы и господа. Мы снова играем в Paint the Town Red. Кубический файтинг, в котором можно отдохнуть, а можно и, в принципе, напрячься. Он зависит от того, какой будет уровень. А уровень у нас сегодня, как всегда, пользовательский. И мы отправляемся в Backcountry Scuffle, если я правильно прочитал. Уровень сделан нашим постоянным автором Якудза Меркидзи. И, в принципе, это все, что я о нем знаю. Вот такие пироги. Так, ну что? Музыку тут, наверное, пока не будем отключать. Вроде как автор говорил, что там... Музыку он вроде сам для этого уровня писал. Ну, окей, тогда оставим включено и посмотрим, что из этого получится. Потому что мне уже прилетали все эти жалобы на авторские права и все такое. Правда, они, ну, не то чтобы там страйки или что-то, но как бы хочется иметь чистую репутацию. Мало ли что. Окей, поехали. Так... Мы в Барграссе. Это Village of the Best Booze in Louisiana. Вот. В общем, это такой вилледж, где буз самый лучший в Луизиане. Здорово! А они вообще не участвуют, да? Они сами по себе. Держи! С упреждением! Красота! Запинал. Там кто-то бегает. Привет! Весело. По крайней мере, пока. Я с прыжка хотел попасть. Не попал. На. Минус шляпа. Топор. Привет. Тихо-тихо, слева. Топает кто-то. На, держи. Оп, как это его вниз дернуло. Держи. Минус. А, держи. Оу, что это подлагнуло так вдруг? Ни с того, ни с сего. Ну, что там? Все-все. Опор странно как-то воткнулся. Так, что у нас здесь? Проверяем туалет. А, он открытый и пустой. Здорово! Ой. Тихо-тихо-тихо. Ты что? Ты что шумишь? Иди в туалет вон сходи. Может, поможет. Ведро! Да ё-моё! Вилку притащил. Спасибо, конечно. Ну тыкать мне... Блин, откуда ты-то взялся? Ё-моё, тут не было никого. Я отсюда! Куда они все влезают? Понятно. Отступим немножко, посмотрим. Нет никого. Надо хп. Я, кстати, одну хпшку знаю где. Я когда тестировал уровень... Я ее здесь случайно нашел. Так, а здесь у нас есть щиты. Щиты, я сказал. Иди отсюда. Блин, да что ж такое-то? Так, проверяем здесь. Здесь пусто. Зато машина набита инструментами. Опа, хп нашел. Вот я ее, кстати, только что нашел. Случайно. Запоминаем. Сейчас ее брать не буду, но она пригодится потом. Возможно, должна пригодиться. Хорошо. Идем дальше. Здесь у нас никого. Добрый день, как ваши дела? Ничего не понял, я не расслышал, извините. Проверяем сортир. Они все что-то пытаются заявить. А я даже не слышу. Курить вредно, уважаемый.
Курить вредно. Это все, что вам надо знать. Так, теперь у меня есть ложка. Вот. Эй, motherfucker! Че ты сказал? Я тебе сейчас дам. Блин, я ему сейчас дам. Че это он хамит мне? Че хамишь? Я даже тем, кому морду бью, говорю добрый день, а ты мне хамишь. Ну ты хам. А, держи. На, держи. Ну? Нормально тебе? Будешь еще хамить? Он успел еще раз нахамить. Пить вредно. А ты это одобряешь. Значит, тоже участник. Так. Все? Есть кто дома? Нет никого дома. А это кто? О, у него ружье. У него один патрон был, слава тебе, Господи. Было бы у него больше патронов, он бы меня просто здесь сложил. На, держи. Держи. Я возьму это. Спасибо. Надо быть вежливым. Тут нет никого, все открыто. А что он тут сторожил-то с ружьем? Куча бутылок? Ничего ценного. Идем дальше. Кстати, в воду в эту нырять нельзя. Она ядовитая. Вы сразу можете поймать какой-нибудь стафилококк и сдохнуть. Сразу моментально. Смотрите. Вылезай. Прикольно, они подпрыгивают, да? Башка крепкая, веслом не пробить. Так, идем дальше. Добрый день. Есть кто дома? Добрый день еще раз. Че? Куда это он? Мужик, ты куда? Где он? А, вон он. А как он на крыше оказался, если я его под пол загнал? Читер проклятый. Так, есть кто дома? Нет никого. Здорово. This is the table, чувак. This is the table. Так, что дальше-то? Там целая толпа еще. Здорово! Ой. Тебе того же, мужик. Держи. Да лежи ты уже, что ты вскочил? У этих ХП не было здесь нигде? Вроде нет. Ноги открываем дверь. Добрый день. Javins Everything You Need Store. Магазин всего, что вам только нужно. Мне нужен автомат Калашникова. У вас есть? Не, у него есть виллы зато. Виллы мне тоже пригодятся, на самом деле. Так, я здесь. Меня потерял. Оп. Это что было сейчас? А, это дохлым прикинулся. Я, чувак, извини, я не понял, что ты мертвым прикидываешься. Я бы тебя не стал трогать. Все, все. С ноги открываем дверь. Добрый день. Дайте мне другую вилку. Я вырвался из окружения. Держи. Лежи, отдыхай. На. Эту же бутылочку. Этот стул подобрал. Тут куча вилок, граблей, а он подобрал стул. Глупый пингвин, что еще сказать. Держи. А это кто? Почему у вас двое стало вместо одного? Ты все? Он все. Здорово, мужики. Можно к вашему мордобою присоединиться. Я тоже умею. Смотрите, я умею стулья кидать.
Вам понравится. Эй, я не туда стул кинул. Бежи, бежи. Тихо. Блин, он меня все-таки ударил. Бежи. Рикошет. Не пробил. Все, все. Бежи. Еще. Еще. Да стой! Стойте, сволочи, куда вы? Минус. Hold on. Так, куда я щит подевал? Так, я этот человек из лужи, как его звали-то там? Аквамен, во. У меня есть трезубец и есть щит. Я чисто Аквамен. Что такое у нас? Анкл Бабис Армори. А, здесь у нас оружие. Здорово! Тихо, мужик, тихо! Да ё-моё. А чё у него всё оружие не заряжено, а его оружие заряжено? Да иди ты нафиг, ещё пристрелишь меня, дурак тупой. Так, где я там брал хпшечку? Меня убьёт нафиг, дурной детёл. Здесь я же нашел хпшечку. Пошли разбираться. Нифига себе разбираться. Он сейчас со мной сам разберется. Так, Квалд далеко, кстати, не летит. Надо что-то такое, что летит. Квалда не летит. Держи. Тебе тоже. А, ты сбил его с ног, молодец. Красавчик, где Квалда? Убежали. Пока он не встал. Где ружье-то? Два патрона ты мне оставил? Ну ты гад, однако. Так, где еще хп было? Где-то я здесь видел хп, да? Нет? Нет? Я не помню. По-моему, еще где-то видел хп. Что-то с туалетом что-то ассоциируется. Блин, не знаю. Ладно, идем в оружейку опять. Надо там закончить. О, здесь есть хп. Отлично. Так, ружье пока положим. Это что такое? Заряженное. Тут просто вооруженные должны быть еще враги-противники. Автор предупреждал, когда писал про свой уровень, что тут вооруженные враги-противники бывают. О! Еще ножичек надо взять. Вот так вот. Да на! Отсюда можно подхватить? Нет, нельзя. В этом плане физика работает. Так, бутылки зато есть. Держи. Вот так вот. Держи, держи, держи. Что это было? Музычка поменялась. Вооруженные идут! Вооруженные! Дайте мне быстро ружье! Я отсюда сваливаю. Они мне сейчас пристрелят. Идиоты! Вон они. Вон их сколько. Да ё-моё! Два патрона. Они шмаляют там как черти. Что делать-то? Не попал. Один патрон. Попал. Где твой ствол? Один патрон! Блин. Так, что делаем? Где-то здесь было хп.
сортире, что ли? Где-то я видел здесь ХП. Но где? Не могу вспомнить. Где-то, где-то... Опа, а, они отсюда вылезли, да? Вот почему было закрыто. Они отсюда вылезли. Держи. Все, текаем. ХП нет. Так, это не вооружен. С ним можно поговорить. Ё-моё, кто-то шмаляет уже. Так, в оружейку сейчас забегать такое себе. Кажусь еще в ловушке. Так, здесь махач идет какой-то. Может, сами справятся без меня. О, вооруженного бьют. Он пытается... Он застрял, этот его бьет. Красота. Ладно, есть передышка, значит. Держи. Да, конечно, тут еще один со стволом бегает. Воплощение тоски и печали. К черту. Этот где? Вон он. Так, этот с ружьем там, этот там. То есть меня зажали с двух сторон. Что делать? Надо закидать этого чем-нибудь. Тикаем. Он мне сейчас еще грохнет. Нормально. Ушел. Удалось уйти. Хорошо. Теперь выходим на открытку. Не понял, он что, завалил его, что ли, этого вооруженного? Нет, не завалил. Драпаем. Откуда-то прилетело. Справа, по-моему, летело. Вон он бегает один. Так, у этого ружье в руке. А где тот, который стрелял? Ничего не понял. Этот с ружьем понятно. Он у него в руках. А где тот, который стрелял? Если его грохнули, то где его ружье? Вообще ничего не понимаю. А, во-во-во-во, все понял, понял. Он застрял теперь в доме. Он теперь в доме застрял. Отдайте мне мой щит. Вдруг пригодится. Берем ружье. Один патрон, блин. Так, вон вооруженный. Это вооруженный, ладно. Тогда убираем этих. Эй! Рикошет! Держи. Попал. Пока он застрял, может его закидать чем-нибудь, я не знаю. Стандартная схема. Тут еще что-то было. Стреляющее, но оно, видимо, тоже какой-нибудь дробовик или еще что. А, смотрите, он щит подобрал. Блин, этот ближе подходит. И нафиг. Я с тобой воевать не буду, мне нечем. Мужик. Так что отстань от меня. Не, хорошо, что музыка поменялась. По крайней мере, понятно, что они сейчас нападут. Что тебе надо от меня? О! Начинаем иметь свой конец. Сколько там у нас? О, иди ты знаешь куда. Держим дистанцию, стреляем. Пью! Блин. Что-то в него надо стрелять, а не рядом с ним. Он не пугается. Его надо попадать. Держи. Попал. Толку ноль. Опять попал. А, он пытается уже палить. Увидел, что у меня щита нет, что ли? Блин, вот это зараза. Что с ним делать-то? Держи. Нифига себе, от него отскакивает все прям. Настолько он мощный. Да иди ты к черту!
Блин, он меня грохнет. Он меня грохнет. Не хочу с ним связываться, он меня грохнет просто. Блин, вообще бутылка просто застряла в нигде и просто отказалась сотрудничать. Так, у меня есть табуретка. Этот бегает там. Не пытается пока сближаться. Попал. Толку никакого. В него попадай, не попадай. Такое ощущение, что он на дом залез. Оу! А блин, а я думал, он все. Он так спрыгнул мощно просто, оказывается. Раздражает, гад. Сколько у него хп? Зачем ему столько хп, если у него огнестрел есть? С огнестрелом ему столько хп не надо. Пытается выйти на дистанцию стрельбы. Куда он делся? Я его потерял. А, вон он. Все вижу. Ага, на стрейфах, смотрите. Стрейфится. Где ты? Где этот урод? Сейчас выскочит в 2 метрах от меня, как зажмет. Один зажим, у меня кирдык. На. Блин. Ты сдохнешь когда-нибудь, мужик? Слушай, да это уже как-то... Давай-ка уже это решать вопрос. Ты сдохнешь или нет? Пора тебе уже. Все, хватит. Надоел. Японский бог. Блин, он по мне шмалять начал. Что делать? Стреляет по мне, понимаешь? За деревом. Вижу, вижу, держу контролю. А-а-а! Блин, щит выкинул. Зачем? Зачем щит выкинул? Ё-моё, взял зачем-то щит выкинул. Где он? Иди нафиг. Блин, тут столько предметов в него прилетело, и все они куда-то пропали. Вон он. Блин, все равно он не дохнет. Что я с ним делать должен, я не понимаю. Фига себе, уже пуля над башкой. А-а-а! Ах ты, блин. Что делать-то? Я не знаю, что с ним делать. Зато я нашел свой щит. Легче не стало, но как-то приятно. Свою вещь вернул. Где ты? Да ё-моё! Эх, не попал. Малость зарукожопил. Ага. Вот там и сиди на крыше, не сваливайся оттуда. Я просто свалился уже сам. Эть! Ё-моё! Чё, пропало по дороге к нему? Я один и тот же круг нарезаю. Если он ко мне приблизится, мне кирдык. Ты где? Вон он. Ух, царя небесного. О, нашел чем кинуть. Пиу! Ё-моё. Что-то как-то не летит в него. Попал. Толку ноль. Сколько раз в него надо попасть? 15? 20? 20-15, 40-16, я не знаю. Отдайте мне щит. А. Как он отходит красиво, блин. Да ё-моё. Попал. Стандартный маршрут. Я уже начинаю просто здесь запоминать все. Так, а куда он делся? Где этот баклофен? А куда он делся-то? Я его натурально не вижу. Мне это не нравится. А, все, вижу, вижу, вижу. Да-да-да. Он залез опять на свою будку любимую. Ё-моё! Попал. А толку ноль. Опять, по-моему, попал, судя по звуку. Но толку все еще ноль. Может, он бессмертный? Я не знаю. Может, он случайно бессмертным сделали?
меня хп нет, я не могу ничего больше сделать. В агрессию я не могу, он меня грохнет, как нефиг делать. Бам, попал. Есть револьвер. Без патронов, правда. Я не попал. Опять не попал, да ё-моё. Нет времени даже прицелиться нормально в него. Так, нарезаем тот же круг, что делать? Что делать? Держим дистанцию, кидаемся всякой хренью. Я не знаю, что тебе придумать. Сколько я тут с ним уже сижу? Два, наверное, часа, три, полтора, восемь. Да иди ты знаешь куда! Прям в упоре нарисовался. Давай, лезь на будку. А где он вообще? Что он там делает? Что ты там делаешь? Попал. Блин. Во-во-во-во. Ты твою отлежал, мне сейчас грохнет. Вы что, издеваетесь, что ли? Где он? Вон он. Так, у вас тут есть чего-нибудь? Может, тут есть что-нибудь? Есть баночки, бутылочки. Мимо. Не. Золотишко. Мужик, у меня золото есть. Давай я тебе золото, а ты от меня отвалишь. Как тебе такой вариант? Есть мнение, что ему неинтересен. Есть! 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 Уря! Все, я его завалил, гада. Сволочь, 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 гад. Где его МП5 или что у него там было? М-ка у него была. Что у него было? У него М-ка была. Смотрите-ка. С фулл закупом играет. Где там второй? А это что такое? Голожопик какой-то выскочил. Вон второй. Минус второй. Так, где тут у них драка была? А драки нет, только один мужик танцует. Нафиг пошел. Так, где еще четверо? Куда они делись? Четверо. Вы где? А! Тут же у меня сидела компашка. Из трех человек. А где четвертый ваш? Так, где четвертый? Четвертый. Нет, это там спящий был в другом доме. Так, здесь я не проверял. Не проверял. Дайте зайти. А, голожопик в ванне сидел. Ну так я тоже сижу, поотмокаю. Мне хорошо. Так, а где последний-то? This door is kept shut on purpose. Ну и хрен с ней. Мне главное, чтобы это самое. Найти последнего и все. Чтобы он не был каким-нибудь мегабоссом. В холодильнике, что ли, заныкался? Нету никого. Ну что же, после долгих поисков я так и не нашел этого самого последнего. Видимо, он где-то опять сныкался так, что мне его не найти. Я не знаю, где он. Черт его знает. Облазил весь город много раз и его, по сути, не нашел. Ну и, как говорится, хрен бы с ним. Остальные-то все лежат так, что, по сути, вроде как уровень-то пройден. Вот. Был уже у меня один случай, и когда я бегал прямо мимо него, и в упор его не видел. Ну, блин, здесь я все излазил, все облазил, и я его не нашел. Я черт его знает, где он сидит.
Так что давайте закругляться. Итак, подводим итоги. Ну, что тут, в принципе, подводить? Классный уровень, сделан, как всегда, в стилистике Якуза Меркидзи. Кстати, вот этот вот момент, когда в конце появляются вооруженные люди и начинают палить во все стороны, это тоже его фишка, он такое делает нередко. Уровень, в принципе, могу порекомендовать всем, ну, разве что вы совсем новичок, тогда... Ну, попробуйте, в принципе, я думаю, у вас тоже может получиться. Единственное, что где этот последний остался засранец, я черт его знает. Не знаю. В остальном красиво, стилистически все сделано. Домики, эти модельки этих юнитов, бегающих этих человечков, все сделано классно, все красиво. Уровень классный, 10 из 10. Такие вот дела. Называется он Backcountry Scuffle. Автор Якуза Меркидзи. Скачиваем, ставим лайки, играем, поддерживаем авторов. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, приходите еще. Не забываем подписаться на канал, поставить лайком. Всем всего и до встречи. Не фиксирует мои требования об остановке.